Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Так, мы продолжаем Зомбиерсер. В прошлой серии у нас с вами какой-то баг был на энергию. Так, и мы нашли с вами лабиринт. Так, что у нас есть? Думаю, так, мы здесь с вами достроили домик. Все, у нас поезд с вами готов. Сказали про электричество мне. Написали в комментариях, точнее. Так, я предлагаю все-таки пока, наверное, сбросить... Пистолетных патронов нормально взять еще. Так, сколько, да, все пускай будет. Может, а будем так, это я сброшу. Так, так, что у нас тут поесть? Я думаю, хватит поесть, попить 17. Так, давайте оставим 10. 7 у нас. Так, энергия, так. Ну пойдемте, ты что? Я перезаряжусь. Ну и что? Почему? Я застрял что-то. Короче, я опять застрял где-то, блин. Что за дерьмо, блин? Так. Жрать, попить. Спать мы хотим. Блин, ну я пойду все-таки схожу туда. То есть был баг у нас. Проверим, есть ли баг сегодня. Просто, блин, если он есть, ну, блин, ну, значит, есть. Потому что сохраняться, заново переходить, его проходить не совсем хочется, действительно. Ну, значит, будем играть так. Так, ты кто? Ты? Стул. Потому что я, наверное, это сделал, как вам сказать, увеличил энергию. А кто-то писал в комментариях, был у кого-то такой же баг, но типа на эту, на энергию. Вот, ну, будем думать, что баг пройдет. Потому что он притупляет бдительность, и если кто видел прошлую серию, я уже начал, как вам сказать, играть неосторожно. И нас этот толстяк, ну, набуцкал бы он нам по морде, конечно же. Стулья зареспамились. Так, ну поспать мы взяли этой газировки, этих, как там его, энергетиков. Так, ну я не пойду пока, и мы дальше там лабиринт. Да, я предлагаю пойти дальше. Так, здесь, да, туда. Здесь мы были. Да. Да, здесь были, здесь все взяли. Чисто проверить, так вспомнить. Вот. Блин, надо было сделать этот гаишный ключ. Ну, сейчас как бы соберем, проверим баг. Я чисто баг иду проверять, не знаю, есть ли он или нет. Вот. Сейчас на канале будет по одной серии в день. Надеюсь, смогу выдавать, потому что, ну, дела, дела, дела. Вот завтра опять надо ехать. Представляете? Вечно куда-то надо ехать. Блять, я же обосрался. Свет выключили, блин. Так, здесь никого нету, не осталось уж. Блин. Такие кучи страшные. Так. Пусто. Чисто проверяю, могу, мог что-то забыть однозначно. Как я уже говорил, мог что-то забыть. Так, а что, не сохранилось что? Еще и не сохранилось. Сейчас еще кто-то здесь есть, наверное. Стоит, да? Так, а здесь что? Железок возьмем. Нам надо. Так, все заряжено у меня ровно. Так, все ровно заряжено. Блин, надоело смотреть в эту лупу, блин. Света, блин, нихера нет. Здесь тут... Блин, я забыл, короче, достать карту. Она у меня на скриншоте.
Блин, я без карты теперь. Да ё-моё. Сейчас опять каким-нибудь барахлом загрузимся. Так, здесь был большой, он меня нафаршмачил. Но у нас, слава богу, был баг, и мы не погибли. Страхолюдин-то какие. Так, здесь у нас была битва. Сейчас говорю, барахла опять наберем какого-нибудь. Так, там никого нет. Да, мы ходили вроде, даже убили кого-то. Сейчас здесь полутаемся. Так, больших толстых нет у нас с вами, друзей. Пусто выросла капуста. Так. Или отсюда мы пришли? Короче, откуда пришли, мы с вами не помним. Сейчас вечно каких-нибудь барахляшек наберем. Игра называется, наверное, барахольчик, лучше называть ее. Типа, ходим там, собираем. Все уже под завязку, говном нафигачились. Прям под завязку. Шкуры, фигуры, так. Не помню, сюда идти. Мне кажется, мы опять выйдем туда же. Так, можно будет сделать тогда броню, вот пойти в эти сраные катакомбы или куда-то. Ой, блин, туда-сюда ходить. Ну, мы тут, я думаю, надолго в этих катакомбах. Электричество будем сейчас сделать. Так. Ходим, бродим, блядь. Так, здесь мы были, да? Так, оттуда мы пришли. Пойдемте сюда. Угу. Ну-ка. Короче, нормально. Баг пропал. Так. Здесь можно еще одну. Хорошо, баг пропал, отлично. О. Пошел нахер. Че, пойдемте убивать их дальше? Или опять не сработало? Почему 121 опять? Или нормально? Блять, нихера не понимаю я. В игру. Убирайся, это пауки. Тут даже свет есть. Так, мы здесь, да?
Подожди, мы оттуда пришли или отсюда? Таком бы странное, блин. Сейчас главное бы не запутаться где-нибудь тут. Короче, сейчас достреляю этих. Так, ну тут тупик, понятно. Так, перезарядка. Блядь, дробыша нам хватит, интересно. Так, лечение. Просто с полным этим баком ходить, с полной жопой. Так, это что такое? Кто здесь? Понял, где мы, блин? Так, там трупаки, значит, нам сюда, да? То есть мы вышли отсюда. Так, а где катакомбы? Вышли отсюда и идем сюда обратно. Да, верно. Так, здесь был большой, здесь нам дали, так сказать, просраться. Блин, почему нельзя оружие чинить? Вот где мне сейчас дробаш искать? Блин, я думал, там тот стоит. А там бочка, оказывается. Вот где дробаш сейчас искать? Патроны закончатся, что делать? Потому что, ну, в таких помещениях лучше, конечно, с дробовиком ходить. Однозначно. Так, это я видел. Так, нам и поспать надо. Опять-таки будет серии. Вышли, набрали продуктов, лута, зашли в поезд. Там тот стоит, что ли? Мне показалось. Вот, и все, блин. Ну ладно, что нам. Так и будем тихушечку ходить. Изучать, так сказать. Ну, наверное, в следующий пойдем. В эти катакомбы там какие-то. Раздадим там всем. Выпишем, так сказать. И поехать надо уже, прям реально. Вообще не хочется ехать куда-то, а нам не дает поезд. То есть не поезд, да, и не дает, а куча кто-то там навалил. Так. То это выход. Если тут электричество можно включить везде. Ну вот, мы на месте. Так, ну там практически все исследовали, я так посмотрю. Обойти надо поезд, посмотреть, никто там не появился. Что это было? Это радио. Так. Четырнадцать двадцать шесть. Что у нас там можно сделать еще? Светильники там сказали есть. Так, освещение. Это что такое? Ну, пока на первом сделаем. У нас жилой модуль был там. Так, троечка. А, вот оно что. Я думаю, нахрен. Так, это светильники. Так, а еще что там нам надо сделать? Б-выключатель. Давайте выключатель сделаем. Да, наверное, куда-нибудь поставим. Так, сейчас выключатель. Попробуем что-нибудь сделать. Так. Так, это я. Да, это можно сбросить мне. Часть перекинем, часть возьмем. 51, а это сколько весит? Чисто так, для понтов.
Сейчас сделаем. Так, ну-ка. Стеклышко нам надо. Так, ну сейчас будем заниматься этим. Так сказать, домом на колесах. Так. Десятку. Давай пять. Пятачок. Оп. Все равно. Ё-моё. Ладно, это сбросим тогда. Матрас с него тоже сбросим. Так. Так, пойдемте поплавим тогда стеклышки. Блин, и надо будет делать ключ, да? Ладно, сделаем ключ. Все равно пригодится. А где провода искать? Из чего их делать? А есть необыкновенное стекло, смотри, есть обыкновенное, есть необыкновенное, видимо. Так, давайте еще поплавим. Так, стекла у нас есть. Сейчас возьмем это. Ну-ка, записка тоннель, надо почитать что-нибудь. Срочное сообщение. Группа обходчиков путей забрала ключи к южному входу в туннеле, до сих пор не вернулась. Я прошу вас послать кого-нибудь из охраны в затопленную жилую комнату на нижнем уровне. Дублированные ключи хранятся в одном из шкафчиков. То есть там мы взяли уже. От туннеля, получается. А как нам сейчас проехать? Да? М? Пойду поплавлю тогда этот вонючий инструмент. Так, нужно открыть. А что, нельзя разжечь огонь, что? Ясно. Так. Так, 116 у нас было. Подожди, опять что ли-то глюки? Или бы я полечился, не помню. Блин. Так, ну пойдемте делать тогда. Что у нас? Железки. Так, где этот металлический стол у нас там? Так, разводной ключ. Две железки. Две... А, блин, что-то... Ну, ключ это поинтереснее, нам еще сколько стульев может там разобрать, они все да, респамятся. Бесконечно можно сохраняться, загружаться. Так, наверное, я еще молоток создам. Нормально. Угу. Так. Это в серединку пока. Какая, не понял, какими проводами теперь вот туда тащить и где их делать, во-первых. Так, прожектор. Сетин для установки на новый потолок, для подключения необходим электровыключатель.
Электровыключатель, где его искать? Подожди, может, нужно завести? Что-то проверю ради эксперимента. Нихуя. Я сейчас топливо сожгем, блин. Так, тихо. Тихо-тихо. Все. Тикс. Блин, а как тогда? Под каждый, что ли, выключатель ставить? Не, просто я не видел здесь проводов. Может, они действительно где-то есть, провода? Остальные, фонарик. Так, пойду впереди поищу. Патрончики даже есть. Так, а где мне там есть? Так, стол плотника. Где мне сейчас эти провода искать? Стол портного, электрическая печь, фармацевтика. Деревянная настольная лампа. Ну давай, так. Грубая настольная лампа для вашего рабочего стола. Давайте сделаем ее. Что там нужно? Так, металл и крутилка. Так, крутилку я видел там где-то. Высосим все отсюда, короче, так. Так. Угу. Разрежем. Так. Да, опять хватит. Матрас еще, блин, сраный. Зачем 5, не знаю, пусть будет. Так. Торшер, чё? Просто две доски, а тут одна. Рядом со спальней поставлю. Так. С кровати, точнее. Сюда прям. Как правильно будет? О! Почему там не горит говна кусок там? Переключить. Так, пойду я посплю. Так, 12 часов, ну, нормально. Началось. Пить. Забыл совсем.
Так, нужно пожрать еще. Забываю жрать, пить. Я прям натрескаюсь, на тебе еще. Пора. Нормально. Так, хоп, почему? Вернулся, он сразу не включает. Он одна это нажимать. Так. Блин, а почему там не работает? Провода тащить туда? А из чего их делать? Или это внешний переключатель? Как мне сейчас на крышу поставить эту? Так, прожектор хочу. А что там есть, что ли, у нас? А, нет. А лестницу кто у меня-то отсюда свистнул? Так, у нас там, по-моему, с металлоломом, да? Сейчас возьмем, сделаем электричество. Так. Я забыл, блин, крутилку, так. Подожди, крутилка же дохера было, или я все потратил? Только такие остались, что ли? Блин, я, наверное, все потратил, да, на этом ебалду. Их нельзя тут произвести. А не, его помню, была так. Каждый выключатель или одного хватит? Так, разное, так. Чуть ни хера, не? Так получается, если он горит, то мы его выключаем. Че, не понял? Ладно, напишите в комментариях, что с этим делать. Вот. Так, сохраняемся. Потому что столько потрачено этих запчастей. Так, вернуться в игру. Но, слава богу, работает теперь этот баг. Хотя хер его знает, работает он. Я так и не понял. Добавляется, убавляется. Это, блядь, сраная энергия. Стол фармацевта. Какой-то уровень нам вообще не дает. А что у нас, смотрите, еще появилось? Что? Ага, здоровье, силу. Скрытность. Давайте скрытность сделаем. 23 вообще. Так, давайте сохранимся. Или я же использовал это. Блин, не помню ни хера. Ладно тогда. Серию мы назовем электричество. Я даже не знаю.
Вот так, наверное, сделаю на превьюшку. А то что тут видно, блин? Так, ладно. Давайте на этом закончим. В следующей серии пойдем в этот лабиринт. Лабиринты где-то там подготовимся. Возьмем еды, патронов. Сделаем новую броню. Вот, и отправимся в путь. Вот. А на этом комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики. Главное, берегите себя и пока-пока.